Первая карта, первый миромарчик. Всем приветики, чатик. Самолетик у нас просто изумительный. Прыгаем на старте, спокойно лутаемся, ждем первого круга, спокойно туда заезжаем, берем топ-1. Ну и чат будет доволен, и я буду доволен. Ну вот Тигзу там куда-то пошел, какие-то хаешки раскидывать. А, да он закрывает МХСЕ. Плюс поинт, плюс позиция. Два кильчика, уже минимум 8 поинтов мы заработали. То есть задача минимум выполнена. Неважно какими, скажем так, усилиями. Клондамента, но Дауза и Рае вроде как хотят под это дело сыграть. Но про Сеню нету информации. Сигзи. Сеня его, ну, спокойно за две пульки. Адоуз видел камень. Дает чуть левее. Видит нуки. Хороший нок. Тигзу остается последним. Бестолочь нокает Мэнекс этим временем. И мы выигрываем игру. Не спрашивайте как, не спрашивайте почему я сказал, что Нави заберут сегодня первый Миромар. Просто топ-1. Подъехали под будочку. Окей. Работаем по Бьорну. Бьорна Адоу сможет добить. Ну, нокнул Бьорна, две пульки попал, пол хп там еще осталось. В ответочку прилетает от Фекса. Бестолочь по-прежнему там живет за счет аптек. Он пока остается один. Нокает Хамстера. Молик полетел. Может быть, Молик, кстати говоря, и Хамстера дожгет, но нет. Летает. Рома, поинт. Зарабатывает. Окей. Вадим там пока где-то лежит. Андрюха пока просто хилится за зоной. Да, он догоняет среднюю зону. Делевейс там нокает Растенмара. Андрюха. Ну, надо, да, надо еще одну аптечку скушать. На самом-то деле, я бы сейчас лучше бы даже за Бестолочью смотрел, нежели за... Ух, успел! Адоус разменялся с Макандарком. Фекс моментально Макандарка будет поднимать. Ну и Бестолочь такой: парни, как дела? Я тут из синей зоны выхожу. Не обращайте на меня внимания. Я тут просто такой курьерщик. Дебом добивает молодого. Садовник добивает скушки. Бестолочь идет в сторону сада. Видит сада. Сада забирает и уходит за зону. Просто погибать. Андрюха красавчик, поинт заработал, Адоус тоже молодец. Критичная ситуация, погибает Фастфейс, погибает там также Ибица, в ноке МБС. Сеня пытается подкаверить, Адоус нокает Растенмара, сам нокается от зоны. Сеня один в один, Сеня окей, забирает Симси, но Томмила добили, Адоуса добили, Сеня последний. Есть, конечно, вопросы, почему никто не смотрел спину. 10 секунд небольшого хейта в сторону Rise Your Age. Бестолочь подловил Майкла. Это то, что нужно Нави в данный момент. СМ в меньшинстве. Нужно сейчас как-то под кавер проходить. Пошли первые смоки. У Андрюхи куча смоков. Майкла пока не поднимает. Это СМ-то вообще вдвоем. Там Густав один остался. Майкл в ноке. Сеня видел то, что Густав начинает перебегать. А Доус уже раскинул смоки под дом. Тем временем погибает потихоньку Питтсбург Найтс. Густава нормально так просадили. Адоус один. Адоузу нельзя рисковать. Лучше дождаться тиммейтов. Лучше послушать, что делают ТСМы. Это будет в разы профитнее, нежели пушить сейчас первый этаж в соло. Ром зашел. Густав его слышал. Слышит его также. Ну да, Густав уехать хочет. Опрометчиво немножко решение, но оно, возможно, позволит Густаву выжить. Небольшой префайр от Сени, но нет. Фастфейс в итоге... сбил сам себя. Ну, скорее всего, выходил из транспортного средства. Ваню спалили. По Ване начинают стрелять. Ваню нокают. Что-то фейзы, по-моему, перемудрили в этой разыгровке. Адоус находит баги. Куда? Куда? Что? Поехал Адоус первым. Наполучал Сеня по голове, будет хилиться. По Адоузу жесткий фокус. Адоуза моментально вырубает. Дальше едет Бестолочь. Бестолочь без колеса. Бестолочь взорвется сейчас. Без вариантов. Дальше едет у нас Вадим и Сеня. И тоже, к сожалению, взрывается. Возможно, не понимая то, что он на прицеле у Сени. Сеня тоже достаточно хладнокровен в этих ситуациях. Да. Очень круто забайтил там Адоус. Они заняли вот это вот рельеф. Они заняли верхнюю часть. А верхнюю часть пушить тяжело. Правда, наполучал там Джимс. Джимс ложится. Сеня подходит в упор. Можно разогревать хае. Но нет информации по емте, который прям по синей зоне будет выходить Нави в спину. Мы должны как-то это законтролить. Нет, емте открывается. Но говорит Бестолоча. Есть ответка от Адоуза. Размен пока один в один. Емте точно ликвид
не спасут. Хотя два игрока идут туда же. Это сэфти Ибица. Хорошие хаешки под Адоуза. Минус 56. Там это от Ибицы залетело. Андрюху поднимаем. Емти. Тим Ликвид теряют. Окей, первая стычка в плюс для ребят. Но надо время бустануться, надо время похилиться. Сеня идет наверх, Сеня идет один. Сеня, не торопись, потерпи. Дождись тиммейтов, Емти погибает. Джимс ебится на ХГ. Сеня, вот твой час, Сеня выходит в упор. Зажимает от бедра, Джимс его, конечно же, успокаивает. Шиф Сеня добивает. Вадим красный, Джимс ногает еще и бестолочи. Джимс ногает еще и молодого. И Джимс просто закрывает команду Нави. Один. Позиция на ХГ априори была лучше.